Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Rugeer RG655 включить таймер камеры. В первую очередь открываем нашу камеру. И затем, видим здесь в верхней панельке 4 кнопочки. И там, где у нас написано 0 секунд, я думаю, это у нас таймер. Можем поставить на 3, на 5, на 10, даже на 15 секунд. Давайте поставим на 5 и попробуем сделать фото. И как видите, таймер сработал, и фото сделалось. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!